Возможно, последние недели были не такими уж благополучными, как хотелось бы. Сейчас ситуация меняется. Есть возможность хорошо проявить себя в социальной жизни, в общении с окружающими людьми. Высока вероятность травматизма, поэтому проявляйте осторожность. Телец. Возможно, это и не самый сладкий период вашей жизни, но его необходимо пройти. Предполагается много работы, даже если вы официально на отдыхе. Постарайтесь не испортить отношения со своей половиной. Воссоздать их может быть очень сложно. Близнецы. Исключительное время дерзаний и возможности добиться желаемого практически в любой области. Сейчас реально сказку сделать былью. Главное, чтобы хватило энергии, а ее вам не занимать. Хорошее время для общения с друзьями и единомышленниками. Посвятите это время завершению старых дел, распутыванию клубков в прошлого, решению застарелых проблем. Сейчас время подведения итогов. Хорошо быть в уединении, избегайте больших компаний. Если вы решили чего-то добиться, не надейтесь ни на кого, кроме себя. Лев. Решительность и горячее желание изменить свое материальное положение в лучшую сторону именно сейчас может и не принести желаемых результатов. По крайней мере, методы могут быть выбраны не совсем удачно. Будьте осторожны на транспорте, особенно в первую половину недели. Дева. Девы наконец-то могут вздохнуть свободнее. Черная луна, которая 9 месяцев бороздила просторы вашего знака, уходит отсюда. Однако ждите искушений материального порядка. Хорошее время для излюбленных занятий, общения, контактов, поездок. Весы. Будьте осторожны на транспорте и при общении с огнем. Сейчас время коллективных действий. Свой индивидуализм сберегите для лучших времен. Больше прислушивайтесь к своей половине. Она для вас сейчас является жизненным маяком. Скорпион. В этот период вашей жизни особую роль могут сыграть ваши друзья и единомышленники. Поэтому не замыкайтесь в себе и больше времени проводите в их кругу. Неожиданный случай может отразиться на вашей судьбе. Скорее всего, этот случай будет счастливым. Стрелец. Время проверки на профессиональную пригодность, на соответствие тому образу, который вы себе воссоздали. Сейчас могут проявиться как ваши достоинства, так и ваши недостатки. Следите за собой. Если вам нечего стыдиться, эта неделя может стать временем наивысшего рассвета. Козерог. Этот месяц не считается слишком благоприятным для типичного козерога. Хотя это и не значит, что следует ждать чего-то негативного. Возможно, жизнь покажет вам что-то новое и не слишком приятное. Но для вас это новый опыт. Небезопасно отправляться в дальние путешествия. Водолей. Вооружившись личной инициативой и предприимчивостью, вы можете сделать решительный шаг вперед в деле укрепления своего материального благополучия. Для вас наступает пора благоприятствования, скоро вы почувствуете поддержку свыше. Главное, чтобы помыслы ваши были чисты.
Рыбы. При правильном ведении финансовых дел вы обезопасите себя материально не только на текущий момент, но и на достаточно большой период времени. Не лучшие дни для новых знакомств и подписания важных документов. Будьте осторожны на дороге, возможны проблемы с транспортом.